Всем привет! Ну что, сегодня у меня в ремонте Nissan. У него есть несколько повреждений. Итак, крышку багажника замена. Это крыло буду ремонтировать. Переднее крыло тоже заменю. Капот в ремонт. И правую сторону подшибаю. Итак, начинаю ремонт. Итак, машина установлена на стапель. Разбираю. Итак, передок разобран. Здесь я буду колдовать над лонжеронами. Правый поврежден меньше, поэтому начну ремонт с него. Первым делом вытягиваю. Теперь вытягиваю левый лонжерон. Делаю первые измерения. Для этого у меня есть оригинальные размеры. Размеры можно купить по ссылке в описании. Корректирую размеры. Thank you.
Теперь удаляю части лонжерона с обоих сторон. Равняю бетал лонжеронов. Подровнял лонжероны, детальки лонжеронов. Теперь я могу сваривать все это обратно. Перед сварочными работами прибираю элементы переда. Сварочные работы закончены. Проделываю небольшую корректировку. Теперь все чуденько. Снимаю прикрученные детали и крашу лонжероны.
Кладжу розы, обрабатываю антикором. Все отлично. Устанавливаю детали переда. Теперь мне надо подшабанить над капотом. Он сделан из алюминия, при работе его надо греть. Устанавливаю капот и остальные детали переда. Передок сделан. Теперь ремонт левого заднего крыла. Для ремонта буду использовать споттер.
Итак, заднее крыло тоже сделано. Владелец попросил покрасить его. Крыло покрашено, капот, крышку багажника и бампера владелец увез в бальярный цех. Пока красили снятые детали, машина побывала у электриков. Через неделю покрашенные детали и машина были уже у меня. Я ее собрал, и вот что получилось. Ремонт этой машины закончил. Моя работа заняла 75 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!